На танка 239. Кому жалко? Прикольно делаете. Нахуй вы это сделали? Давай пау. Давай пау. Точно пау? Да, да. Не меткость пока, ну, нельзя убирать. Форму надо кому-то? Все, одному присту? Надо присту. А ты... Парольки, пароль тебе. Ты алхимик забрал, что? Да? Да, да. Надо ее присту. Там просто, ребята, ренжа такая была, вот когда вы с берега на берег перебегали, там спокойно 10 РДД доставали до дерева, не знаю, что упаньковали, право-лево бежать. Да не, просто понял, когда надо было перебивать дерево. Правую сторону. Да. Право бежать, да, дерево, типа. И надо было влево побежать. Имеешь в виду, где дерево? Ну, короче, надо туда, перебегать, да. Да, да, со стороны дерева перебегать. Стояли слева, она кинула корни сюда, кинула сюда дерево. А перебегать нужно было влево, а побежали все вправо. Потому что все по дефолту бегают вправо. Для того, чтобы включить. Короче, мод. Я там проблемы не видел. Но то они доставали, он же хватало. Через корни убить дерево. Ну, в общем, все. Просто надо логику тоже в свою башку включать немного. Ну, ты видел, дерево убили, то есть проблемы не было. Тут трой танк нужен. Нет, нет, паузер, ДД. Кира, подскажи, а рецепта 2 было в боссе? Да. На энчант. Да. Да там, блядь, такие рецепты, ну. Не, понятно. Просто я думал, мало ли баг. Ой. Ну, два разных. Не одинаковые, отведение один и тот же. Нет, я не смог бы отдать два одинаковых. Ну чё там, давайте на чили разъебем этого пидора. О! Чё там? Прием. Так, делаю чек. Так, смотрите, что от вас требуется. Разбежаться, не ловить напалм, то есть 6 метров. Чё, блядь? От мин не дохнуть. Ребят, сразу, кто дохнет от мин, будет хуёво. В пятый рейд пойдете, ребят. Да, который будет, который завтра будет, по обновлению. Софтрик? Так. Чё еще? Мины. Бабошку. Танк таунтит по КД. Бомбота тоже на тебе. Да-да-да. Сават. А, нет, совы у нас нету, получается. Или мы там еще что-то кидаете. Так. Чё еще? Чё еще? Ну и все, и на вас фазе просто сливаем вверх, вниз, голову вместе. Вайф. Все, погнали, танк, пуляй. Все, наберите 6 метров друг от друга. Напалм прохилим силы. Это, ок, еще что, я вешаю кое, ты можешь кидать дум. Мины, милики, аккуратно. Ой, а где мой кружок? Ока прохил. Отбежали мили. А рейд до 11, да? Можем до 12. Не, до 1. Ну типа, а алголонок тут рейд будет. Никто. Не дает. Никто. Не, мы посмотрим, если мы до по 11 дойдем до йога, может быть, хотя не оков мало, нет, 400. Отбежали милики, аккуратно мины. Шампунь, там не взорвите. Понял? Понял. Взорвите минки. Отойдите от мин, и они сами потом взорвутся на второй фазе. Так. Стали все вокруг этой хуйни.
поближе жевать. Сам клоун, понял? Чё там такое? Все, сейчас. Да хилей, как раз стоишь. Буст. Хил. Ты если сдох, то рот закрой нахуй и сиди молча, понял меня? Погнали. Милики, сразу подокатите, отбегайте. Отбегайте за спину. Не видите урон морды. Он правильно все говорит. Еще раз ты что-то высрешь, блядь, я тебя в кикну нахуй. Прохил, прохил. Он офицер, так что лучше не базарь. Брат, за спину. За спину. Быстрее. Все, рассосались. Рассосались. Попол. Так, все сюда, меня. Код, дай Инер, пожалуйста, по престу. В квадрат все стали, милики стоят слева. То есть возле входа, да. От бомбота отбегаем, если он идет к нам. Элимы, громы и молнии еще что, давайте, откидку. Погнали по голове. Бомбот сейчас. Бомбот. Мелик. Угу. Что, штурмовой не идет? А другой конец, на другом конце. Да не, он просто завис. Бомбот вышел. Бомбот. Забери тут барахло бота. На ком базука подбежи чуть в левую сторону, чтобы ДК смог затануть. Да не шо, никого этих надо. Пусть забирай штурмового. Что, давайте все в бошку, милики тоже. Бомбот. Давайте трэш добили. Получается, кто у нас? Маги, играйте голову. Кто там еще? ШП. Локи, центр. Шаманы тоже центр. Геро? Да, да, Геро. По грудаку больше чуть-чуть дайте урона. Смотрите тоже за хп. Если видите, что сильно перегоняет, начинайте бить другую часть тела. Бараш, ушли за спину. За спину, маги. Кто там? Понял? Чувак, который стоит в миле. Рогивый. А, блядь, рог? Я по мину прошел, все понял. Больше в ноги. В ноги переключились. Вышли с ракеток. Беги, малышка! Шоковый, ушли, мили. Грудак. Голова 70к. Все. Так.
перчатки. Паладин, жрец, чернокнижник, две пар. Линкуйте, сколько у вас кусков? Там пристану. Да, я вижу. Так, плечи кожаные. Кожаные плечи. Выше он. Смотрите. На успех. На мейн спек. А, тебе надо, окей. Все, потрепаемся, обвалившаяся галерея. Комбат, да, поймали? Угу. Да, да. Бейте только двоих вместе. Нихуя, это что открыл такое? Вообще не хватит. Чё? Он, кстати, разбирается на запчасти от МЖ? Ложный выбор, дроги. Нет. Нет. Что-то не лагает стрим. Быстро. Вообще крипы не работают, лол. Что ты опять снизь то спам? Погнали, увалившуюся галерею. Правого моба попробьте, на это, точнее, это приверженца бьем. Каст, бейте моба. Рисайтесь, подбежать 2 секунды. Генералов 5 хилов или 4 смогу? Даже 2. Нет. 3. Да, там. То, вайф. Я крадел еще вайф. Ну, бану, если вайф? Нет, если я крадел. Чё? Может, пожалуйста. Что? Сейчас сам будешь хилить, понял? Винтиками. Этого моба попробуем по стенке бежать с левой стороны. Попробуем. Я... Кто типа сагрит там что-то, он это сам в пятый рейд, да, или в шестой? Не, больше не будет. В седьмой. Ну это типа к тому, что в полете. Это... Ну пятый рейд это там пацанам с ОФГ. Ну типа все получается, если по стенке бежать. Это целка об. Или че там, блядь? Об. И об. Оп, это как гоп-стоп, да? Паузер, ты успехнул себя в ретрика? Угу. Я на этого босса баром соспекнусь. Хорош.
У нас сейчас перерыв Транс. Будет или после трэша? Лучше трэш, наверное, залить, mm-hmm. потом курануть спокойно. Оп. Да, 5 минут после трэша. Так, череп тянем на квадрате. Паузер, даешь репу. Рога. Рога. По печеньке сап. По кресту. Кто у нас там, блядь? Нирс. Овцу. Ромбик. Базука. Ауну. Я возьму. Ты в квадратик. Да, все, идите, сапайте и начнем контроль раздавать. Тяни сразу этого череп. Все, погнали. Следующего квадрата вытягиваем. Тут не АОЕшим. Типа звездопада еще. Ай-яй-яй-яй-яй, сори. Ладно, забиваем элементально. Все, забирай квадрат. Квадрат. Мак, ну куда ты бьешь? Бьем квадрат. Добиваем печеньку, потом крестик. Да все, заливаем вы. Раздавайте контроль, череп вытягиваем. Ты хоть бы говорил на раз, два, три, там я хуй знает. Ну, рога сапает, и тогда вытягиваем. Я вообще может, рога... еще добавим пул? Да. Рога сапает. Любого, если достанешь. Все, погнали. Следующего кого? Вон, ромбики идут, забирай ромбик. Рульти кому надо. Для какой пояс? Бьем. Понял. Я могу отдать. Нет. Ты один роль. Не знаю, да. Кому нужен. Ты можешь вайф отдать. Жене отдам, она раз. Большого сейчас бомбить после этих. Раздумайся, какой тебя не кисло, чё? На... Другие сейчас. Кинмон. Какой еще? Кинмон. Ага, спасибо. Чего, пацаны?
за черную метку не отомстили там. Как у нас говорили, пацаны на гражданке в жопу ебут. Не знаю, бля, до сих пор с армией. Дурачок, блядь. С армией это хуйня, бля, как слышу, понял. А че, никто не умрет? Да, давай. Надо было рогу надо было посвятить, короче. Не, в плане, в контроле. Так, погнали. Ты любишь смерть? Рога, до кого там достаешь сразу? Того можешь сапать. Угу. Все, вытягивай череп, погнали. По печеньке дайте что-нибудь быстрее. Угу. По следующего в печеньку играем. Каст. Так, кто там, блядь? Трусы поехали. Следующего. Не, для металя потом квадрат давай. Все молчат? Да. Да. К сожалению. О, блядь. Мы наслаждаемся твоим голосом. Ну, так да ты там не, уже вся мокрая, наверное. Я другим наслаждаюсь голос. Ля, ты вспомнишь. Рольки, по-моему, надо. Суммоните, пожалуйста. Смотрите, сейчас добьем большого. У вас будет перерыв 5 минут. За это время маги делают арканов. Что там? Килы у нас хилят Кинсмун, Кредевич и Wi-Fi. Остальное Wi-Fi. Сучка, блядь. Все не хилит. Wi-Fi, блядь. Wi-Fi, нет Wi-Fi. Варь просто. А разве не вайф? Вайф? Это... Ну, он английский не учил, он немецкий учил просто. Зибен де дойч. Даже английский не выучил, о чем? То есть... О! Шаман умрет. Жаль. Не надо, не бейте. Вихрь там дают вообще опытные. Не надо бить потом. Посвящение. Посвящение. Там же, да. Все, я его не трогал. Спекнитесь и так далее. А че не могу поднять ее? А если спека нету, его что, пивать флайера? Что? Если спека аркана нету, флайера скидывать что ли? Будь флайере, но это хуёво, что нету аркана. У вас доступно 3 спека. Все, 5 минут перекур, что хотите приделать. Давайте косарь дам тебе, что нет косаря голды. Дай мне косарь. Давай. Ты где? Ну, раздача голды пошла. Wi-Fi, иди сюда. Нет, а по своим. Что вы дайкаете тут? Дай. Вот ты бомжара, Крадович.
Так, просыпаемся. Я реву делаю. Угу. Ксюша. Ну да. Это. Давай рыбу. Жрём рыбу. Всех суманули. Точнее, все вы все. Да, вроде все. Угу. Окей. Так, давайте. Да, конечно, хэм. То есть, танк танчит. Мы ждем первого ужа в квадрате. Не бьем вообще, кроме двух хантов. Ханты могут на пули только сначала. Okay. Мили, получается, вы офаете все свои АОЕ с пылы, чтобы не разбить зеленые пары. Если зеленые пары разбиваются, мы поехаемся. Дальше. Фласки поднять. Да, фласки пока. РДД, которые стоят в квадрате, летит копье теневое. Вы отходите лево-право. Даже метки поставлю. Нет, не поставлю. Ма. Если можешь, Тоха, поставь метки. Какие метки? Куда? Ну, вы выбегали, люди видели, лево-право. Нет, забагалось опять. Ну, все, значит так. Это, выбегаем лево-право. Зачем? Тут МП-5, МП-5 не надо, потому что МП тут не резается. Дальше. Самое важное, это метка. То есть, вот где оковский портал, второй ок, еще назад можешь чуть поставить. Метка безликого. Вы должны вынести ее сразу, что вы хилите босса и наносите урон по нам. Кто не вынесет метку, лотереть еще не пойдет. Так. Войд, ты тут? И Shadow Mirrors? Меня выкинуло. Сейчас захожу. Угу, окей. Слышишь, ты, наверное, квадрат чуть-чуть назад переставь на вот этот квадрат. Я не могу, блядь, переставить. Сейчас я реву. Я сделаю реву. Не-не, сейчас. Сейчас как раз пока ДК зайдет, сейчас метку переставим. Тогда чуть.